Киберсердце забилось в Первоуральске. Технопарк «Кванториум ЧТПЗ» сегодня открылся в инновационном культурном центре. Проектировать роботов, управлять летательными аппаратами и даже исследовать космос – всем этим в новом технопарке могут заниматься дети. В эти минуты по всей стране открываются детские технопарки «Кванториумы». Более 30 площадок в 25 регионах. На Среднем Урале таких технопарков три. Только что два из них открылись в Екатеринбурге, а теперь и Первоуральск принимает первых посетителей. Киберсердце зажигают вместе. В мир новых технологий детей приглашают взрослые. Молодые рабочие по НТЗ изготовили металлическое сердце, чтобы подарить его инженерам будущего. В создание «Кванториума» группа ЧТПЗ инвестировала 25 миллионов рублей. Сегодня мы открываем окно возможностей в будущее, которое не за горами, ибо все те элементы, которые сегодня здесь присутствуют, и виртуальная реальность, и VR, и 3D-технологии, они уже являются элементами современной инженерии. Многие из них, просто прорывные для нашего города. Детский технопарк «Кванториум» — это 6 площадок, так называемых «квантумов». Они оснащены высокотехнологичным оборудованием. Управлять квадрокоптером, создавать 3D-модели и изучать лазерные технологии здесь может каждый школьник. При этом абсолютно бесплатно. Очень. Мне очень понравилось. Было очень интересно, когда первый раз ты делаешь, у тебя, возможно, что-то не будет получаться. Я пробовала, и у меня все получилось. «Кванториум ЧТПЗ» – это пример государственно-частного партнерства. Соглашение о создании детского технопарка было подписано в июле этого года между группой ЧТПЗ и Федеральным фондом новых форм развития образования. Кроме того, проект поддерживают администрация Первоуральска и правительство Свердловской области. В нашем промышленном регионе развития инженерной школы, проектного мышления – развитие каких-то инновационных направлений, образование, формирование инженерной элиты. Для нас это все принципиально важно. В мероприятиях технопарка смогут принимать участие до 1500 детей в год в возрасте от 7 до 17 лет. Все педагоги проходят обучение у федерального оператора проекта. Таисия Пономарева, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.